Нафтали Беннет стал первым главой правительства Израиля, совершившим официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты. Беннет встретился с главой Министерства иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бен Заидом Аль-Нахаяном. Также Беннет встретился с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном. Целью поездки израильский премьер назвал углубление сотрудничества во всех сферах.